Прекрасные букеты и подарки от Vega Flowers Gallery. Рада встрече. У меня, как у каждой нормальной женщины, есть некоторое количество прав. Я ценю два. Право выбирать и священное право каждой женщины покупать своему мужчине трусы. Все остальное весной покупать бессмысленно. Но если бы у меня спросили, о каком праве я мечтаю, я бы ответила: знать в лицо, пофамильно, иметь сотовые телефоны всех тех, кто чинит и чистит нам тротуары. Собственно, не столько их я бы хотела знать, сколько их жен. Как они терпят такие грязнули у себя дома? Чем они их кормят таким, что люди категорически не умеют различать чистые и грязные? Девочки, если у кого-то из вас, мужья, имеют отношение к чистке тротуаров, агрессивно довожу до вашего сведения. Строгий порядок капиталовложений не требует, а отдачу дает большую. Никакая красота никакой мир не спасет, ежели мы не будем ее видеть. Я почему с трусов-то начала? Их ведь в сущности у мужчин под брюками не видно. Но ведь мы инстинктивно покупаем красивые, удобные, модные. Причем на вопрос одной из подруг, почему такие, я отвечаю: а вдруг что? Так хоть чтоб не стыдно было. Мы заботу готовы проявлять даже о том, чего еще нет и, возможно, даже не будет. Но мы об этом заботимся. Так почему же нас так не любят те, кто отвечает за уборку городских улиц? Я ведь ничего плохого вам не сделала. А с каждым порывом ветра вы фактически плюете мне в лицо. У меня, конечно, нет никакого желания делать то же самое. Но если все женщины города однажды выйдут на грязные улицы города с плакатами «Приведите в порядок тротуары, скоты», мне хотелось бы знать, к кому мы будем обращаться. Все, как я уже говорила. Фотографию, сотовый телефон и имя жены. С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Пудра».